Ребятишки, с вами, как всегда, Диман, Вжух, а также Юра, поздравляйтесь. Всем здорово. Здорово, ребятки. Короче, пацанчики, это продолжение нашей офигенной рубрики, которая называется «Битва за тачку. Новая серия», где мы придумали кое-какие изменения. В принципе, придумал их Юра, поэтому давай, наверное, рассказывай о них. Вот. Окей. Да, короче, пришла такая идея, чтобы мы прятали машины друг для друга сами. То есть, чтобы вы прекрасно понимали, допустим, я буду прятать машину для Антохи, Антоха будет прятать машину для Димана, и, в принципе, Диман будет прятать машину для меня. В чем плюсы? Плюсы в том, что, в принципе, мы ничего не теряем, но при этом делаем для себя более-менее интересно даже все это вот происходящее. Да, ребята. Так что, ребята, я думаю, вам это понравится, потому что нововведения всегда приветствуются, да и тем более вам очень нравится эта рубрика, как мы видим по лайкам, поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, и мы позовем еще кого-нибудь, и нас будет намного больше, намного интереснее, намного приятнее. Короче, пацаны, я думаю, давайте не будем затягивать и погнали уже прятать каждому машину. Давай, погнали. Ну что ж, ребята, вот я и нахожусь на месте, где я спрятал машину для Вжуха, и, собственно, это недалеко от военного аэропорта. На карте это выглядит вот так. Здесь есть и большой ручеек, в принципе, куда мы и поставили свою машину. Скрины, которые я сделал для Вжуха, вы сейчас можете увидеть на своих экранах. Их я буду по очереди скидывать именно ему в конфу, чтобы он, в принципе, с помощью них смог найти нашу машину. В принципе, местность довольно-таки интересная, довольно-таки глухая. Здесь, я думаю, что не каждый день кто-то ездит, поэтому будет довольно-таки сложно найти. Но, тем не менее, пятый скрин, мне кажется, уже решит все проблемы, и как бы он уже 100% подскажет, где же все-таки находится наша машина. Ладно, ребята, я отправляюсь обратно, в принципе, к своим друзьям, и мы сейчас продолжим. Ну что ж, я не знаю, ребят, куда вы там спрятали машину, но уверен, что в Жуху придется попотеть, потому что я поставил такое место прям в уши. Попотеть придется как раз таки тебе, потому что я спрятал капец, как тяжко будет. Не, Дима, ты просто офигеешь от того. Вообще, если ты его найдешь даже с пятой попытки. Так, короче, пацаны, давайте меньше, в общем-то, слов, давайте больше дела, скидываем наш диалогик. В принципе, я уже. Ну, короче, все, молодцы, я побежал. Так, я тоже скинул. Подожди-ка. Господи, это что такое? Это что за место, блин? Тоха, где мой скрин? Тоха! Он главное! Кидалово! Кидалово! Тачку, дай мой! Тоха! В смысле ты сидишь в машине, да, алё? Да, лови. Тоха, тачку, где отстань от меня только, типа. Я говорю, лови. Он так, до сих пор не кинул. Да я кинул он все. Все нормально. Все, появилось, наконец, только сейчас, подожди-ка. Блин, слушай, так. А что это за местность такая? Все ржавое какое-то. Подождите, ребята, а где тачка здесь, а? Стопэ, я знаю, где это где-то за городом, вот я точно не помню, но... Да мне кажется, что здесь все за городом, слушай. Кстати, да, как вариант, блин, я... Подожди, это... Блин. Я не знаю даже. Блин, Юра скинул... Ну там, ты, кстати, по последнему скрину 100% поймешь, где она находится, по предпоследнему процентов на 80, это довольно-таки сложное место. Где-то около... Чиля, да. Это, короче, где-то рядом с городком Тревора, наверное, такие. Может быть. Я, кстати, тоже думал сначала о нем, но потом передумал. Блин, где стоит ржавая бочка и ржавая земля такая? Алло. Че это за дичь вообще? Да, я, кстати, догадываюсь, где это. Я примерно конструкции только в одном месте знаю, где такие есть, но, блин, это не точно. Пацаны, я машину просрал на арене. Ну, этот амфитеатр, как я вообще сюда приехал? Не знаю. Подождите-ка, ребята, я вот пытаюсь понять вот именно такие вот места, приближенно похожие, вот, но что-то как-то вообще тяжко. Ну, мне кажется, что первые две минуты мы будем кататься просто вслепую, потом, может, со второй что-то прояснится, но это не точно. Да, кстати, как вариант, это все возможно, но, в принципе, я пока что еду... Все мы едем пока что непонятно куда. Я тоже не могу понять, вот. Слава богу, у меня, кстати, с город выехал, все нормально, нормализовалось, то немного были подлагивания. А, не, я по горам прям скакал, я даже нет, даже не парился. Воу, я тут по встречке так фигачу, что жесть. Так. А, да-да-да. Блин, где такие ржавые цистерны есть? В принципе, не так много мест, на самом деле-то, таких. Тоха, а чисто так, ради интереса, там, получается, уже рядом еще есть такие земли, где разрисованы там вандалами, да, там, нарисованы не знаю, всякие не скульптуры, знаю, не да? Знаю. Это именно то, о чем я думаю, или как? Не знаю, может быть, может. Может быть, кстати, может да, может нет. Кстати, как вариант, я вроде бы, в принципе, практически, да, я не знаю. Че, по второй подсказке может, да, пацаны? Давай, я потому что вообще даже не... Стой, да, я с горы спущусь, я лечу. Просто на всех парах так, на так, этом так, ржавом так, ведре. Кому я там Юре? Ну, в принципе, Юра-то сразу скинул. Я думал, Тохи не так. Юра, не скидывай Тохи, а?
Так, тихо, я перевернулся. Так, вжух 2. Отправить. Дима, лови следом. Юра 2, да, я получил. Так, подожди. Ты хрел никак, я не понимаю, а? Тачка здесь. Так, теперь я примерно уже понял. Я вообще не шарю, пацаны. Так, слушай, ну я понял, что это лесопилка, как минимум, с бревнами. Ты что, больной, что ли, или как? Блин, ребят, ну... Ты вообще в порядке? На самом деле, вот этот вот, грубо говоря, вот друг другу подставу такие, это довольно-таки интересно, на самом деле. Так, ребята, у нас тут возникли небольшие технические неполадки, в общем, сервак вылетел, вот перезашли, поэтому поменяли машины, ну и продолжаем искать. Да. Вжухнул палочкой, и все отвалилось. Блин, кстати, я приехал уже к этому месту, ну, приблизительно, где могут их спрятать, но что-то пока-то пусто. Так, да, ну это хорошо на самом деле. Я так подумал, что ты куда-то на лесопилку мою тачку забросил. Стопэ. Че, нашел что ли? Не знаю. Так, подожди, Коля. Такой, давай там не угорай, как обычно, а то если первый находит сразу. Че ты ржешь? Да как так-то, алло? Не знаю, я-то поехал сюда. Я, в принципе, ну догадывался, что типа тут, но... Блин, мне кажется, он читер, слушай. Да. Пацаны, ну блин, не знаю, создатель рубрики как бы вроде бы, ну как шарит, я хрен его знает, но вроде как везет мне. Везет ему. Давай. Короче, я что предлагаю? Я предлагаю третью подсказку, пока мой внедорожник тонет. Да, давайте, конечно, сейчас скидываю третью подсказку, и, в принципе, ребята, будем вскрывать тенты и смотреть, что там у нас за машина. Так, ну, я скинул третью. А у меня проблема, что я остался без машины посередине какой-то нахер его пустыни. Так, ну третью, в принципе, получил, Юр, так что смотри. Блин, ну это по-любому лесопилка. Я еду туда. Я тебе могу сказать точно, вот с четвертой попытки ты уже сразу поймешь, что и где. Так, ну это где-то... Да мне главное оттуда добраться. Так, давай заполняй. Че, вжух, есть предположение, где машинка-то? Там миссия еще все... А, нет, это в онлайне там миссия. Да там еще говнотечка течет, если не обратил внимания. А что, если мы потом ведем, допустим, ну, не знаю, не с этой серии, допустим, если я, допустим, нашел тачку, почему бы я бы не помог бы еще кому-то, да, там? Чисто подсказка, допустим, с моей стороны, где бы, в какой части карты могла бы быть, ну, типа, это подсказка от друга. Это ты, типа, будешь летать на самолете? Не-не-не, чисто я смотрю на скрины, ну, и говорю, в какой местности искать, допустим, ну, по моим ждениям, если я знаю, допустим, вот так вот. Ну, в принципе, как вариант. Да, ребята, голосуйте про это вот именно в комментариях, а мы там уже посмотрим, добавляли ли подсказку друга или нет, там, или звонок другу, там, я не знаю, что-то подобное замутить, вот, в итоге. Слушай, я, короче, приехал, опа, тихо, здравствуйте, это ты? Это ты. Нашел? Походу, да, но это не точно, надо заехать. Ну-ка, если что, четвертую кидай подсказку, пацаны. Да, давай четвертую. Давай, я кидаю четвертую. Потому что мне прям печально без нее. Я тебя обманул, третья была нормальная. Я их немножко перепутал, так что тебе четвертая, в принципе, ничем большему счету не даст такого. Бревна. Ну вон четвертая, Юр, в принципе, смотри. А, это, блин, я чужую подсказку смотрю. Блин, какой-то загуток. Блин, где это вообще? Блин, ну тут такого угла-то нету, как бы, либо есть. Я, короче, опять я примерно понимаю, где, и найти не могу. Это прямо у меня вот постоянно вот траблы такие. Тоха, вот тебе даже... О-о-о, вот это жесть. Я там вообще хорошо ее спрятал. Вот там такое место, Тох, где, в принципе, очень тут редко. Тут даже речки нету. Тох. Вот если бы... Господи, как мне повезло, что мне прятал Тоха. Тоха толком не знает карту, он вообще так вот плюнул и готово, и я, в принципе, нашел это готово. Как бы повезло. Нормально. Мне. Не, я бы мог сделать по-другому, я думал, ты будешь долго искать. Да. Я еще думал изначально. Я не знаю, пацаны, не знаю. Блин, это я не знаю, куда ехать, вот прям хоть убей. Блин, я даже не знаю, там одна лесопилка, по-моему, в этой GTA, и просто проедь ее полностью, ну... Так я уже вокруг проеду, и нету, как бы, там... А может там... Ну я не хочу подсказывать, потому что, как бы, Тохи тоже тяжко. Ну это неправильно, будь я согласен. Я не буду подсказывать, в принципе, ищи сам, как бы. Меня уносит река. О, нормально, кстати. Я все, я нашел.
Я просто не там, я не там катался, да, сейчас найду себе, нашел это место. Все, давай, 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 давай. Блин, у меня ни машины, нифига, вот только туристы. Слышь, скинь ему, может, пятую подсказку тогда, если ты, в принципе, нашел, пускай он уже... Да, все, вот она бочка, я нашел 100% уже. Ты, кстати, ее заныкал довольно-таки хорошо, ее вот прям хрен тут найдешь. Ну, я постарался, как бы, я же знал, для кого еще это, прячу. Так, ну что там, давайте пятую подсказку. Так, давай пятая, ну, если ты не найдешь и после пятой, то я не виноват. Ну, там, в принципе, сразу понятно, где она находится примерно. Блин, все бы клево. А, ну, в принципе, у меня вот картинка скинулась, надеюсь, или у меня интернет отсоединился? Ладно, интересно. А что, давай, хотя ладно, пускай ищет, ничего не буду подсказывать, ничего не буду говорить, пускай ищет. Ну что ж, ребята, вот я на этом месте, где стоит наша машина, давайте прямо сейчас вместе с вами скинем тент и посмотрим, какая же тачка нам упадет. Итак, для этого мы открываем, конечно же, окно спауна, рандомайзер, самый обычный и, в принципе... давайте посмотрим, что нам подкатит рандом. Напоминаю, что должна упасть нормальная четырехколесная машина. И, в принципе, нам падает... Господи, да ладно! Грузовичок Тревора. Вот это неожиданно, на самом деле. Я такого вообще не ждал, не ожидал. Но, кстати, машинка, насколько помню, она вполне очень даже неплохая. Поэтому думаю, что, как минимум, ребят, мы с вами удивим. Что ж, отправляемся навстречу. Так, пацаны... Короче, вот получается, парни. А, подожди, а кому выпала тачка Тревора? Юра, тебе о, что ли? О, нифига себе. Он мой дядька. Слышь, а как тебе упала такая тачка, вообще не понял? Я не знаю, она мне рандомно выпала, получается. Вот такая вот махина. Блин, я надеялся, что у меня будет самая. Я не знаю, пацаны. Я, короче, вангую. В первой дисциплине я просто сделаю полный всосыч, а во второй вы всосете у меня, походу. Вот и все. Посмотрим. Короче, что, погнали тогда уже, в принципе. Давай, граната пошла. Я уже бросил гранату. Давай. Главное, а можно таранить вас? Не знаю. Кого? Я вам гранаты бросать буду, все. Блин. Я гранату бросил, пацаны, бегай! Я в грузовике Тревора, мне можно. Тихо-тихо. Вы что, блин, больные? Что вы творите? А что, нормально, мне можно. Меня Тоха догоняет кого? Чок? Все, я выиграл. Первое состязание мое. Слава тебе, Богу. Нормально. Стреляется, блин. Так, я прыгну. Тихо-тихо-тихо. О-о-о-о-о-о-о! Что? Чего? Шарик, что происходит, блин? Ё-моё, пацаны, это так, просто ну угарище, отвечаю. Ну чё, погнали на Чили? Да, погнали, короче, да. Да как учить, у нас же получается дерби на это, на крыше же получается второе состязание. Не-не-не, откуда у тебя второе состязание дерби? Откуда у тебя дерби-то? Сразу Чили? Ну погнали Чили, ну, да. Погнали, давай Чили, а потом, да, дерби в конце. Ну что ж, ребята, второе испытание, подъем на горку, в принципе, серпантин впереди нас, поэтому давайте так, попробуем кидай, его кидай покорить. Кидай гранату. Давай, я вас кину. Я, короче, поехал, а вы ждите, когда вас зовут. Я все равно медленно. Какая-то машина. Вот это было угарно. Фоль старт, пацаны. Безумие и отвага. Я еще объехал специально, а он все равно поехал на нее. Ладно, ребята, сейчас мы разберемся. Вот так, Банши, все, погнали. Все, Банши есть, поехали. Нахер мы его ждали? А я не знаю, нафиг вы меня ждали. Ну, смотри, мы все равно же не на скорость едем, мы проверяем возможности машины в горе. Так что как бы это... Ну, по сути, на скорость. Главное, кто первый заберется, в принципе, на гору-то, да? Тихо-тихо. О, она меня едет. Меня разворачивает. Меня разворачивает. Эй, дядь, подожди меня! Эй, дядь, нет, ты второй нет, там, дядь, догоняй! Нет, дядь. Я уехал, все, пока! Эй, чё? Тоха, ты где вообще? Нифига там срезает, как красиво кто-то! Я? Ай-яй-яй-яй! Так, ну чё, выше ехать-то будем? Да. До самого Чиледа или где она там? Нет, Чилед это не эта гора. А, ну на самом верх вон той горы получается? Да. Блин, кто меня погнал с левой стороны? Я. А, Юра вообще это... впереди, какого? А я еду, я взбираюсь, как бы без каких-либо блин, проблем. Вау! Пацаны, тихо. Все, мне камзда. Все. Все. Пиши письма. Ну, есть такой день. Но я сразу заберусь, в принципе, но очень долго буду это делать. Блин, ну. Короче, я не вижу смысла ехать прям вообще выше. Я вот холмик занял. Вполне нормальный холмик. Ну, получается, ты тогда получил первое, получается, балл за это состязание. Все. А где вы? Мы едем. Так я еду. А, вижу тебя, обалдеть, всё. Я вижу вас. Вот так далеко. Да. Ну, в принципе, первое мое, второе твое, и у нас остается, в принципе, последнее это дерби. Все, убрал конкурента, смотри, как красиво. Далеко.
Я слишком тяжелый. Ну да, 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 ну у тебя все-таки слабо. Господи, смотри, он вниз летит. Я не живу, он оно карабкается. Я живой, главное, что живой. Ну все, главное, что живой. Да, погнали тогда как раз-таки на Мейзбанк и проверим на, так сказать, прочность машины и на то, как она может жить на Мейзбанк. Так, ну что ж, ребят, в принципе, мы на Мейзбанке, и у нас получается последнее состязание. И что тогда, кидай гранату куда-нибудь в бок? В бок только, не в нас. В него кидай. Так. Слушайте, слушайте. Тихо. Какого хрена? У меня чудесная тачка. У меня просто чудесная тачка. Я хз. Тоха, отстань от меня. Что будем делать, Тох? Может, поедешь куда-нибудь, а? Обалдеть. Вы что, еще не это, что ли? Не... Да, ты можешь, в принципе, подняться, посмотреть. Мы еще живы пока. Он слез с меня. Я не знаю, что делать. Что значит, он слез с меня? Я вовремя ушел, походу. Походу, есть такое. О, фак, ты чё? Дядь! Успокойся! Успокойся! Чё происходит? Он меня скинул. Твою мать! Вижу. Блин, ну я был близок, я практически двух сразу же, в принципе, скинул, но что-то пошло не так. Да-да-да. Ну я даже быстрее тебя летаю. Получается, у нас ничья по всем трем состязаниям. Каждый занял свою позицию, так сказать. Один у каждого, вот. Но я думаю, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, предлагайте свои какие-то там испытания. Вот, также говорите о том, стоит ли нам подсказывать друг другу или же нет. Все комментарии мы прочитаем. И я думаю, все это мы добавим. Да-да, а я хочу сказать заключительную фразу. Дешево, но сердито. Просто. И все. Все, ребята, всем удачи. И всем пока. И всем пока.